Так, что важно? Самое важное, самое первое. Почему, например, я здесь сегодня на сцене? Да? Потому что я всегда делал то, что я очень люблю. Иногда было тяжело, иногда не было денег, иногда не было ничего. Но я просто делал то, что я очень сильно люблю. И поэтому, рано или поздно, эта любовь, она стала взаимной. Вот сегодня мне здесь сотни человек кричат, что любят меня. В песне «Скажи мне тебя» кричат. И да, я вас тоже очень люблю. Но это, наверное, номер один, то, что вы должны запомнить. Потому что у вас впереди целая огромная, невероятная, черт возьми, интересная жизнь. Всегда, если есть выбор, что делать, делайте то, что любите. Не то, что вам принесет, возможно, быстрые деньги или еще что-то. Делайте то, что любите, потому что в долгую это будет вести вас правильно по жизни. Вы запомнили это? Пожалуйста, всегда руководствуйтесь только этим. То, что то, к чему сердце лежит. В общем-то, и партнеров в жизни выбирайте только так. Любовь. Самое первое, самое важное. Потом все остальные проблемы, они уравняются, все уйдет. Останется только вот это первое чувство вашего выбора. Настоящей, истинной, искренней любви. Будь то работа, будь то личная жизнь. Поэтому всегда руководствуйтесь только этим.